Так, новости. Ну, какие сейчас новости? Сейчас праздники у всех. У всех праздничное настроение, соответственно, и новостей никаких особых нет. Но, тем не менее, надеюсь, что наступивший 2016 это будет годом МММ, что система выйдет на новые рубежи, собственно, не надеюсь, а уверен. Но, опять-таки, в очередной раз повторяю, что мы, конечно, со своей стороны приложим все усилия, но... В общем-то, все зависит только от вас, от участников, руководителей, потому что система – это вы, от вашей активности все зависит. Я это все повторяю каждый раз, но, как практика показывает, напомнить лишний раз не вредно. Ладно, ну тогда поздравляю всех с наступившим Новым годом и уже полагаю, что следующие новости будут более содержательные, обычные, там, текущая работа. Так что вот так. Ладно. Тогда с наступившим и до следующего моего выступления. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.